моменте. Вот, где взять ссылку? Вы в эфире. Так, пока я не взяла. Где ссылку-то взять? А, вот здесь. Вот, поделиться. Да, наш офис. Мы подходим к двери нашего офиса Identification. Компания, которая на сегодняшний день, сегодня в ночь, завтрашний день, старт нашего бизнеса. Здесь собираются все команды. Приезжают со всего мира сейчас работать с мастерами многоязычной команды. Франциско Роберто, мастер-дистрибьютор Португалия. Пожалуйста, вот у нас Identification. Команда португальская находится здесь. Витор, прошу любить и жаловать. Главный ответственный на входе человек. Офис показывать не будем, он большой. Мы идем сейчас в конференц-зал, потому что нас российская группа ждет. Сторона администрационная, кабинет Мигел Гомеш, кабинет Сандра. Здесь вот слева кабинет Мигел Гомеша и дальше Сандра Риберал. Российская группа вся готова внимать информацию. Сегодня мы проведем конференцию, подробную конференцию старта бизнеса. С некоторой информацией о компании, самое главное, маркетинг. Франциско очень хорошо, профессионально дает эту презентацию, потому что он ее дает регулярно на протяжении последних 3 месяцев. Поэтому Франциско Роберто, его слово я перевожу. Há muito tempo, há muitos meses, não é? Foi dito. Ok. Muito bem. Ah, calor. Jarca-se hoje. No Portugal é preciso jarca esse trabalho, mas se hoje é tipo... Vamos falar da ID Identification. Будем говорить о ID Identification. Uma nova empresa. Nova campanha. Uma nova identidade. Новорожденная ответственность. Новый и грандный президент. С большим и крупным, грамотным президентом. Muitas empresas ligadas. Который много компаний объединил сюда на платформу. Vamos falar de Minas do Ouro, que estão cá. Будем говорить относительно месторождения золота, которое здесь у нас на платформе. Empresas de telefónicas que são nossas. Телекоммуникационные компании наши. O maior banco de criptomoedas do mundo, que é nosso. Наибольший регулярный банк криптовалютный, который наш. Vamos falar de mais de 1,5 milhão de produtos que estão cá, na Identification. Будем говорить более чем 1,5 миллиона продуктов, которые здесь, на Identification. Mas, acima de tudo. Сверх всего этого. Vamos falar de caráter. Будем говорить о характере. Vamos falar de algo que vai revolucionar o mundo. Há некоторых вещах, которые произведут революцию в мире. Porque quando temos alguém de verdade. Почему? Потому что когда кто-то, абсолютно кто-то, говорит только правду. As coisas acontecem naturalmente. Вещи происходят в реальном режиме, в реальном времени, действительно. Temos uma empresa para a nossa vida. Мы сейчас имеем компанию длительностью вся наша жизнь. Isto porque o nosso presidente, Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos, потому что наш президент Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos, é empreendedor há 36 anos. Предприниматель с 36-летним стажем. Viral. Okay. E ao longo de toda a sua vida, в течение всей своей жизни, ele marcou a diferença. В течение всей своей жизни он всегда демонстрировал разницу. Vou-vos contar uma pequena história.
Расскажу маленькую историю. Há uns anos atrás. Какое-то время назад. Nosso presidente criou uma empresa de telefones, telefónica. Наш президент создал компанию телекоммуникаций. Empresa pequenina. Компания маленькая. E o gigante do Brasil, uma empresa que se chama Oi. E компания, которая наибольшая в Бразилии, международная компания, название ее Oi. Esmagou. Смогла победить, убрать конкуренция, смогла убрать с рынка компанию. Durante 4 anos ele provou a sua inocência, gastou toda a sua fortuna a provar que era inocente. В течение 4 лет началась борьба по неоправданию, а борьба за право существования на рынке с подтверждением реальности компании. И потратил все, что имел на тот момент. 1, 2, 3, 4 и ficou sem dinheiro. 4 года подряд остался без денег. Teve que recorrer ao Tribunal da Haia, internacional, onde estão os juízes. Tribunal Haia, это международный трибунал, международная юриспруденция, в которой решаются эти вопросы. Он отправил бумаги в Tribunal Haia. E foi provada a sua inocência. И смог подтвердить легальность, реальность своего бизнеса. E os 4 administradores dessa grande empresa da Oi foram presos. E 4 соучредители этой огромной компании Oi, они арестованы, они сидят по сети, это правда. Ou seja, nosso presidente é uma pessoa de caráter. Поэтому уже знаем, да, какой характер, какой стержень нашего президента. Tem uma frase que diz: nada resiste ao trabalho. Фраза его жизни: nada resiste ao trabalho. Кто работает, всегда получает результат. И ao longo destes 36 anos. И в течение 36 лет. Criou muitas empresas no mundo. Создал очень много компаний в мире. Muitas parcerias. Партнерских компаний. E vamos ver o resultado naquilo que nos é proposto através desta empresa ID Identification. E сейчас мы результаты его деятельности видим на нашей платформе Identification, результат его колоссальной работы на протяжении лет. Vou tirar só 1 minuto para falar bocadinho da empresa do passado. Просит разрешение 1 минуту, может и больше, рассказать несколько, все, что, некоторое время, все, что происходило у нас в прошлом. EBT, Eagle Betrayed. Eagle Betrayed, все оттуда, родом оттуда. Infelizmente, tivemos uma má experiência. К сожалению, имели плохую практику с Eagle Betrayed. Todos acreditámos. O Francisco em Portugal, a Irina na Rússia, todos acreditámos. Все верили. Почему? Потому что проверяли, верили. Все доверились Франциску, я, все остальные, то есть доверились персонально кому-то. Да. Alguma coisa correu mal e ninguém viu o seu dinheiro. Знаем, что произошло, и никто не увидел свои деньги. O Cláudio, nosso presidente, tentou fazer acordo com o presidente da Eagle Betrayed. Cláudio пытался заключить соглашение с президентом Eagle Betrayed. Que dava origem a um nome, a uma marca, que era ID Eagle. Мы помним, да, что у нас была история, marca была ID Eagle. Mas o acordo não se cumpriu porque não chegou o dinheiro da Eagle Betrayed. O nosso dinheiro não apareceu. Не состоялось соглашение и слияние по одной причине. Нас передали, деньги не появились в компании. Составляющая часть не была выполнена. Então o nosso presidente decidiu lançar processo crime à Eagle Betrayed. И президент Клаудио Энрике, он решил начать процесс в трибунале в Бразилии против партнера, который не выполнил обязательства по слиянию. Процесс начал. Desde o dia 3 de agosto, начиная с 3 августа, é que o Cláudio decide avançar com alguma coisa por todos nós. С 3 августа началась работа над новой платформой. Придумать и реализовать нечто, что нам бы всем помогло вернуть деньги и двинуться дальше. Lembrando que já estávamos em 180 países. Напомню, что мы имели 180 стран. Com cerca de 30 mil contas. 30 тысяч счетов, приблизительно 30 тысяч счетов. E o Cláudio entendeu uma coisa. Cláudio понял единую вещь и принял ее. Como podem estar tantas famílias sem receber dinheiro há tanto tempo? Раз такое количество семей так долго, так длительное время находились без денег, не получали ничего. Houve masters que foram embora, criaram outras empresas.
либо нужно создавать, оставить все так, как есть, и создавать свою жизнь в другой компании. Президент dizia que colocar adulterio. Он объяснил все, что происходило в компании, и вскрыл проблему, которая родилась на, в команде IT, в компании нашей старой. И тут все contavam uns aos outros, mas a verdade é que o dinheiro não apareceu. Он смог найти и понять, что происходило, он смог показать, что происходило, но деньги не появились от этого. Então, nosso presidente Cláudio entendeu que tem que fazer alguma coisa. Поэтому понимал, что и принял решение, что нужно создавать заново и сделать что-то очень быстро новое. E ele já comprou muitas empresas no mundo. У него уже был, в общем-то, бизнес, купил много компаний в мире. Sabe que é ter muito dinheiro, ser rico e perder tudo. Он знал, он это говорил, говорит, что я знаю, что что-то значит быть богатым и потерять все. De forma injusta. И в совершенно регулярной легальной форме. Então, Cláudio sabe que... Sorry. Apresentar outro. Я представлю второго мастера. José Viral. Многие слышат. Viral. Вот он, José Viral. Второй мастер. Muito prazer a todos. Vou continuar pouco aquilo que o Francisco estava aqui a falar. Я немножко займу время, пока Франциско разговаривает. Falando bocadinho na conclusão da Eagle Big Trade, que é o passado. Немножечко скажем о том, о чем, что произошло с Eagle Big Trade в прошлом. É termos o início de uma grande era dentro da identification. Но это и было начало нашей большой эры внутри identification. O que nós temos que trazer é uma recordação do passado. Что мы должны принести сюда? Воспоминания о прошлом. И fazer um novo futuro. И создать новое будущее. Portanto, o nosso presidente, vou falar sobre um bocadinho sobre o nosso presidente. Я скажу два слова о нашем президенте. O nosso presidente este mês vai ser nomeado publicamente como presidente do Comitê da Paz. Этот месяц, до конца января, его номинируют, и уже номинировали, мы это знаем. Уже поданы документы, номинированы на получение Нобелевской премии Комитет мира, человек номер один в борьбе за мир. Além de fazer parte do Comitê da Paz, também faz parte das Nações Unidas. Некоторые члены комитета, Нобелевского комитета, так тоже являются лидерами в его бизнесе. Além disso, é presidente honorário da Cruz Vermelha no Brasil. Именно поэтому в свое время он был избран как президент Красного Креста в Бразилии. Além disso, também faz parte da interligação entre o Brasil e a China. Именно поэтому было реализовано отношение, благодаря ему, его участию в лидерской группе, с которой он работает, отношения коммерческие Бразилия и Китай. Também é консул honorário das Bahamas no Brasil. Действующий консул Багамских островов в Бразилии. Portanto, palavras para quê? Para falar sobre o nosso presidente. Это что было сказано? Было все сказано о нашем президенте, нашей компании. Portanto, vamos começar a falar um pouco sobre o projeto, Francisco. Продолжаем. Сейчас поговорим о нашем бизнесе, Francisco. Muito bem. Muito bem. Ok. Então, temos um presidente com provas dadas há 36 anos. Итак, мы имеем президента, который имеет подтверждение бизнес-активности в течение длительного времени. Com 18 empresas. Имея 18 компаний в активности. Mas temos um presidente que tem sempre uma vida social em causas humanitárias. И при этом мы имеем президента, который посвятил свою жизнь реализации социальных проектов для человечества в мировом масштабе. Isso fez-o a dar o passo de abraçar o problema de todos nós no mundo para trazer a diferença. Именно поэтому он и принял решение все-таки принять нас, чемодан без ручки по-русски, да? Принять раз для того, чтобы создать проект, который покорит мир. Оля, спасибо! Aqui, apresentando para o
a nossa turma que vai vir para liderar os Master. E para a parte de treinamento. Não sei, todo mundo conferência aqui. Эллиот Лагуна даст целый день самый дорогой тренер в области маркетинг-инструментов и развития маркетинга. 88 книг на Амазоне. Он у нас целый день будет давать тренинг. Добро продолжаем. Много кое-что будет происходить. Много вещей произойдет еще. Много вещей мы узнаем чуть-чуть впереди. Фас маркетинг desde 1989. Маркетинг мультимедиа. 1989 развивает маркетинг, ну, маркетинговые услуги в присоединении компании с 1989 года. Практика. Я был мастером в двух компаниях. Уже был мастером в двух компаниях. Диаменты два. Дважды даймонд. Nunca vi aquilo que todos nós vamos descobrir no futuro na Identification. Понимаете то, которое он имел практически, да, в MLM, и вы понимаете, что на сегодняшний день он говорит, что я никогда не видел ни в одной компании серьезно ничего того, что сегодня нам представляет платформа. Não vamos precisar de andar a convencer ninguém. Нам не нужно сейчас бегать за каждым по всему миру, чтобы его замотивировать сюда зайти. Não vamos dizer entra agora, que agora é o princípio, daqui a meses já não há. Говоря при этом, что бегом, бегом, потому что начало, потому что у тебя там есть 3, 5, 6 месяцев. Porque estamos num projeto sério para muitos, muitos anos. Потому что это единственный первый в моей жизни тоже проект, который серьезный, абсолютно во всех отношениях легальный, на годы, 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 и будет только расширяться. Юрий, подешь мудать фото? Obrigado. Ok. Quando nos convidam para algum projeto, когда мы приглашаем кого-либо в какую-либо компанию, nosso objetivo pessoal é transformar sonhos em realidades. У каждого из нас, правда, наша цель, да, наши мечты превратить в реальность. Ok. Ter uma melhor casa. Улучшить жилищные условия. Melhor carro. Лучшую машину, купить лучшую машину и так далее. Да, путешествовать, viajar. Comprar um país. Купить страну, не просто ля уже носить. Майя, майя, пока. Então, o que nós procuramos é, entre todos, то есть мы ищем всегда среди всех, conseguir crescer e alcançar os nossos objetivos. Ищем людей для чего? Чтобы мы могли расти и достичь своей мечты. Bem, a missão da... Достичь своей мечты. Bem, a missão da Identification é criar valor para todos. E missão da nossa companhia é создать стоимость, реальную стоимость для каждого. Первого, последнего. O nosso presidente pensou e fez algo muito grande. Presidente родил вначале в голове, скажем так, и реализовал нечто грандиозное. As pessoas precisam de entender quando entram num projeto. Все должны понять, что когда мы заходим в какой-либо проект, uma coisa. Первая вещь. Onde está a sustentabilidade da empresa? На чем основывается компания? Где, на чем стоит ее устойчивость? Já chega de nos enganar. Хватит уже нас обманывать, правда. Já chega de dizerem, entra, vais ganhar muito dinheiro. Обычно мотивационная фраза, заходи сейчас, заработаешь очень много денег, хватит. E depois, durante algum tempo, alguns ganham muito. E какой-то период спустя кто-то зарабатывает, знаем сколько. Mas a maior parte das pessoas perde o seu dinheiro. Большая часть людей теряет свои деньги. Perdemos a nossa credibilidade. Прежде всего, мы потеряли на этом всем доверие к нам. As nossas expectativas. Наши перспективы равняются, естественно, падают куда. Os nossos sonhos. И наши мечты. Alguém fica a rir. Кто-то смеется в стороне. Mas muitos ficam mal. Но основная масса, извините, находится в плохом состоянии духа. Então, temos que ficar inteligentes. Temos que usar a cabeça. То есть нужно уже включать голову, нужно уже умнеть с годами. De onde vem o dinheiro dos projetos para pagar as pessoas? Откуда приходят деньги в любой компании для того, чтобы платить партнерам?
Vamos ver na Identification como funciona. Bem, passou de um bocado funcionando a Identification. Nosso presidente tem várias empresas. Nosso presidente tem um sítio de campanha. E a Identification... Знаю, да? Логотипа Identification. Tem várias empresas. Имеет компании, различные компании. Ligadas a uma holding no Dubai. Которые соединены одним холдингом, зарегистрированным в Дубае. Estas empresas... Эти компании... Umas têm 30 anos. Некоторые из них имеют историю 30 лет. 20 anos. 20 лет. 18 anos. 18 лет. Ou seja, são empresas que fazem negócio todos os dias. Компании, которые имеют историю и делают бизнес ежедневно. Temos a Telpop. Telpop. Que é uma operadora telefónica. É a telefone operator. Argentina, Brasil, Inglaterra. Argentina, Brasília e Anglia. Que faz dinheiro todos os dias. Которые ежедневно делают деньги. Temos várias empresas. E nem целый перечень компаний. Em áreas diferentes. В различных зонах функционирования. Dou um exemplo prático. Практический пример. Agora em dezembro vendemos numa destas empresas mais de 1 milhão de telefones só para o Brasil. Telemóveis. É? Para o Brasil. Sim. Mas é verdade. Sim. É importante dizer que em dezembro, a campanha продала в Бразилии 1 milhão de telefones. Sim. No Natal é normal vender-se mais telemóveis. На праздники, это нормально продавать телефоны, потому что подарки покупают весь мир. Noutra empresa, podemos vender painéis fotovoltaicos. Другая компания продает панели, солнечные батареи. Se calhar não se vendem tantos em dezembro, mas mais no verão. В декабре не продается столько, но в лето солнце продастся гораздо больше. O que é que eu estou querendo dizer com isto? Что я хочу сказать этим? Que há empresas que faturam mais no mês e outras menos. Есть компании, которые делают бизнес в этом месяце, кто-то закрывает больше оборот в другом месяце. No outro mês há umas que vendem menos e outras que vendem mais. В другой период компании меняются, да, продажи. То есть кто-то делает больше продаж, какая-то компания делает меньше. Mas todos os lucros, но вся прибыль от всех компаний, seja da mina de ouro, если это у нас золотодобывающая компания, sim, temos uma mina de ouro. E мы имеем золотодобывающую компанию. Já falamos um pouco sobre isso. Seja da venda de telemóveis. Либо это продажа телефонов. Seja da Ecotec. Либо это Ecotec компания. Seja da empresa Ideias de Internet. У нас компания ID Internet тоже есть. Fixem este nome. ID Driver. Запомните это имя. ID Driver. Ahá! A nível mundial. Пока мир не знает об этом, но это в мировом масштабе следующее движение. Todas estas empresas, todos os dias fazem dinheiro. São negócios reais. Каждый день компании делают деньги. Все это компании абсолютно реального бизнеса. Todas elas estão ligadas à holding. И все они уже соединены в платформе холдинг. E agora vamos entrar nós. Onde é que nós entramos aqui? Теперь заходим мы. Это все уже там. Заходим мы. Нас присоединили уже. PSC Investimentos. PSC Investimentos. Clube Privado de Investidores de Cariz Social. Частный клуб инвесторов. Частный социальный клуб инвесторов. Todos nós somos membros deste clube privado que tem um cariz social. Мы все с вами партнеры частного клуба инвесторов с ориентацией в социальной сфере. Mais do que isso, mais do que sermos membros, более того, что мы просто партнеры, сверх этого, o nosso presidente fez algo único. Наш президент делает нечто исключительное. E tornou-nos acionistas de tudo isto. Мы не просто участники, партнеры инвестиционного клуба, мы акционеры всего вот этого. Ou seja, todo o dinheiro que estas empresas fazem diariamente de lucro vai ser repartido com todos os membros acionistas. То есть мы акционеры, и все деньги, которые все компании зарабатывают прибыль ежедневно, это все собирается в фонд, и фонд разделяет прибыль всем акционерам согласно стоимости акции. Obrigado, presidente Cláudio. Спасибо, президенту Cláudio. Então, vamos ver. Смотрим теперь. Mais um slide.
Esta empresa tem todo um monograma, um cronograma de várias atividades, várias áreas, como qualquer grande empresa. Здесь хронограмма распределения функций, распределения департамента в большой компании. Também cá estão os masters. Master, да. Ok? Vamos ver? Дальше. Este é o coração de tudo isto. Vamos falar. Сердце всей платформы. Немножко поговорим об этом. Для понимания, как работает платформа. Nós temos quatro sistemas num. Мы имеем четыре системы в одной. Temos um e-commerce, e-payment, e-trading e exchange. 4. Vamos começar com o e-commerce. E-commerce, начнем отсюда. É, só dizer uma coisa antes. O nosso sistema está quase no ar. ID Identification está a ser explicado, o novo conceito da Identification, em Portugal, Espanha, Peru, México, em todo o lado. Na Rússia, em todo o lado. E a plataforma está prestes a surgir. Será este mês de janeiro que ela vem para lá. Está quase. Está quase. Antes de falar em detalhes, eu quero dizer que nós, praticamente, nossa parte da plataforma, ou seja, a Identification, nós quase заходим, praticamente, соединены все регионы мира. Вот сейчас, практически, сейчас, тестовый период, мы заходим. Vou entender que é complexo. Nós temos uma equipa de TI, tecnologia informática no Brasil, outra equipa de TI na Índia e em Portugal, a consertar tudo isto. Департаменты IT-разработок у нас три команды. Индия, Бразилия и Португал. В Португалии это шапка команды, но каждый отвечает за свои действия, у каждого свои функции. Окей. Ну e-commerce, первая часть. Temos várias empresas, produtos, bens e serviços. Здесь целый перечень компаний, не только Alibaba. Перечень компаний, которые на сегодня предоставляют продукты и услуги через продажу на нашей платформе. Eu sei que neste momento não estão preocupados com produtos. Estão preocupados em receber dinheiro. Мы все сейчас волнуемся не о продуктах, а деньгах. Но это важно. Mas é para perceberem a grande sustentabilidade. Важно почему? Чтобы вы поняли устойчивость бизнеса и возможности, огромные возможности. Nós temos protocolos com empresas exteriores. Мы имеем протоколы соглашений с компаниями, которые не находятся на платформе. E temos marcas próprias nossas. E мы имеем собственную марку производства. Тоже есть продукты собственного производства. Eu não estou a dizer isto que vou dizer. Eu não estou a dizer isto o que vou dizer. Я не говорю, что я скажу об этом. Roupa de homem e mulher com a nossa marca. Я говорю о том, что есть одежда мужская, женская. Это производство собственное, наша марка. Seja o chapéu, o cinto, o sapato. Вот вся практически сверху до низу, до обуви. De praia, homem, mulher, fato, smoking, tudo. Café. Também. Это уже закрыто, это уже знаем, что кофе собственного производства. Ok. Isto para vos dizer que não há nenhuma empresa no mundo, que tenha aquilo que nós temos, que é aparecer no mercado com 1,5 milhão de produtos. Não existe. Нет ни одной компании в мире, это de facto, ни одной компании в мире, которая бы смогла представить на старте деятельности 1 миллион, более чем 1 миллион продуктов, готовых к потреблению. Então amanhã estamos a falar com uma amiga, com um amigo, vamos almoçar, vamos pagar um jantar, e a pessoa diz que eu estava a pensar em comprar uma bicicleta. Nós dizemos, não compres, porque eu faço parte de um clube, podes comprar mais barato, tornas-te membro e ainda começas a ganhar dinheiro todos os meses. То есть на сегодняшний момент, что мы имеем? Все пользуются онлайн-продажами, да, e-commerce популярен во всем мире. Кто-то хочет купить велосипед. Я сегодня могу сказать, что не надо, вот тебе, дешевле, ты член клуба, при этом еще бабки будешь зарабатывать. Это по-русски, да. Окей? Да. Criar oportunidades. Возможности, созданы возможности. Então, temos o Ronaldinho, outra empresa que é 18K. Ronaldinho 18K, это компания создана Ronaldinho, знаем кто это такой, да? Melhor jogador do mundo. Да, лучший игрок в мире, продает особые спортивные инвентарь часы. Dentro do turismo, vamos ter grandes benefícios para quem viaja, estadias em hotéis mais baratas, casas mais baratas. Можем назвать какой, да, это Service 365, на контракте с нами, поэтому спокойно. Muita coisa, смартфоны, tablets, телефон, muita coisa. И мы случайно присутствовали сегодня при заключении еще. 1,5 milhão de produtos
É muito produto. 1 500 000 – это минимальная планка, которая заключена, но уже в работе еще. То есть к этой платформе стремятся сейчас присоединяться все. Почему это об этом позже? Neste momento somos a maior empresa de e-commerce do mundo. На сегодняшний день уже мы самая большая компания e-commerce в мире. Já, antes de aparecermos, já arrasamos o mercado. До того, как мы уже проявились в работе, но уже мир принадлежит нам, потому что уже захватили главную планку, дающую деньги многим. Tudo que o nosso presidente está a fazer, o Cláudio, все, что делает наш президент Клаудио Энрике, já está pensado há muito tempo. Он все это, и он подтверждал это, он уже много лет, более 5 лет анализирует и создает для того, чтобы открыться. E às vezes há males que vêm por bem. И иногда все, что происходит, не было бы счастья, так несчастье помогло. Вот я сказал это Франциску. Да. Então vamos ver mais. Дальше. E-payment. E-payment. Что это такое у нас? Como vamos receber? Каким образом мы будем получать наши доходы? Cá está, mais uma vez, uma empresa com conceito único do mundo. Нужно сказать, что наша компания на сегодняшний день с уникальной концепцией именно вот в этой области. Há empresas que têm cartões próprios para receber. Много компаний, которые имеют собственные карты для получения денег. Têm o seu cartão. Каждый из них имеет свою собственную карту. Много компаний таких, да. Nós temos um cartão Visa. Мы имеем карта Visa. Temos cartão Mastercard. Mastercard. Ainda temos de telefone para telefone. И мы имеем систему телефон-телефон. Об этом я уже много говорила. Уникальная система в мире на сегодня. Единая. Então, ao final deste mês, vamos confirmar os nossos dados para começarmos depois a receber os cartões. В течение этого месяца, в конце этого месяца, после выхода бэк-офиса, все получим формулар, я переводила эту форму, которую заполняем и подтверждаем наши личные данные для сверки, чтобы получить карту. Então, pensem um bocadinho comigo. Думайте чуть-чуть со мной вместе вперед. Uma empresa, компания, que tem muitas empresas ligadas, которая соединила в себе большое количество других более мелких компаний, tem banco, имеет банк, tem cartões, имеет карты свои, и ela decide os limites que pode pôr nos cartões para nós levantarmos. Это тоже момент, которая подняла лимит так, что никто не имеет равных лимитов, потому что карты сами имитент подняла карты, подняла лимит на картах, не знаю, сколько мы получаем. E vamos a um ATM e levantamos. Через банкомат сможем выводить деньги регулярно везде по всему миру. Mas mais, telefone. Что такое телефон? Президент diz que 1 minute – $1. $1 – 1 minute. Уже знаем, да? Минута – доллар, доллар – минута. Как это работает? Então, eu posso pegar no meu telemóvel e enviar 100 000 minutos para o telemóvel do Beirão. 100 000 minutos. Купил 100 минут, 100 миллионов, 100 тысяч минут, 100 тысяч минут, он может отправить сразу в Беирау. 100 тысяч минут. Это 100 тысяч долларов. Минута – доллар. И sem ter que ir um banco, sem ter que ir a algum lado. Без отправления транзакций через банковскую систему. É no momento que chegam 100 000 minutos. Сразу, как только получают минуты, que se transformam em 100 000 dólares ali. Zé может их сразу превратить в доллары на своей платформе. De qualquer país para qualquer país. Da China para a África, Rússia. Нет лимитов. Все страны мира. Потому что система базируется на операторе, который имеет локализацию выдачи. É inovador. Это просто... Да, это... Porque o nosso presidente criou, dentro da tecnologia, criou e fez uma patente. Потому что его технология, которую он создал, он запатентировал. Que lhe permite por receber royalties dos vários países, das várias empresas de telecomunicações. Которая технология позволяет ему за ее использование во всех странах мира, всеми операторами мира получить роялти. Ou se não quiser, pode utilizar as redes dos vários países para utilizar a sua empresa, Telkom. E если он хочет, что и произошло у нас на глазах с Леной, одна компания, он может предоставить возможность присоединиться к структуре операторской, к нашей структуре. И на своей патенте там есть сервис для пагамента. На этом патенте он имеет этот сервис, когда вот может отправлять минуты с телефона на телефон. Технологию эту разработал. Depois já falo um bocadinho da moeda talismã e falamos aqui alguns elementos mais. Немножечко скажем о талисмане, вы поймете, каким образом это функционирует. Passando para o e-training. Что такое трейдинг у нас? O nosso presidente tem uma faculdade. Наш президент имеет факультет. Yeah.
ID University. ID University – это его факультет онлайн. Não são 5 mil, são mais de 15 mil cursos. Не только 5 тысяч, это стартовые 5 тысяч, 15 тысяч курсов. Курс de formação pessoal. Курсы личностного развития. И formação profissional. И образовательные курсы профессионального роста. Курс de línguas. Языковые курсы. Muita coisa. Ao longo do mês, в течение месяца, eu posso estar dentro desta universidade. Этот ID University на нашу платформу будет включен в нашу платформу. И fazer formação várias coisas. И сможем получать образование во многих направлениях, если технологии ни при чем, какие угодно. Então, o nosso presidente pensou. Наш президент думал. Vamos valorizar a pessoa como pessoa, valorizá-la. Прежде всего, каждый человек должен понять свою собственную ценность. Будем поднимать ценность каждого человека. И vamos ajudar a pessoa a ganhar muito. И каждому поможем зарабатывать деньги, много денег. E assim todos temos um sorriso melhor. Да. Из-за этого, конечно, мы все уже улыбаемся более радостно. Ok. Да. Bem, e o Make Change para terminar estas quatro esferas? Эта система главная заканчивается нашим обменником. Já falámos que o presidente Cláudio é das Bahamas, o presidente do maior banco que lá está, é cônsul das Bahamas. Мы знаем, что консул Багамских островов на Багамас Клаудио Энрик имеет свой банк, криптобанк регулярный на Багамских островах. Okay. O maior banco de Palmeiras. Também tem banco físico. Физический банк был куплен за этот период, имеет физический банк. O Make Change Física. Имеет обмен физический, который мы уже много говорили об этом, что это значит позже. И 4 монеты дигитальные. И 4 своих монеты, готовые к выходу. А идея до президента foi? И какая идея у президента была? Tudo que ele tem digital, online, ter também físico. Все то, что он имеет в цифровом изображении онлайн, подкрепить физической реальностью. Há investidores que gostam de comprar terreno, prédio, uma casa, comprar ouro, bens tangíveis. Потому что любой инвестор хочет покупать нечто физическое, землю, дом, квартиру, золото, что-то, то, что дает стоимость реальную. E assim podem ver que o presidente é minador, tem banco físico, tem exchange física, e tem operadora física. E при этом, когда вот он задумал этот бизнес, он понимал, что он должен иметь банки все перечисленные физические, плюс месторождение золота физическое, плюс банк реальный физический, это должно быть все включено в едином механизме. Mas como presidente visionário, так как он у нас визионист, умеет предвидеть будущее, скажем так, которое сам реализует. Mercado das criptomoedas já estava lá à frente, ele já estava à espera deste mercado há muito tempo. Он понимал, что цифровой рынок захватывает мир, поэтому он изначально формируя бизнес, он понимал, что это та реализация, которую он сделает, формируя свой бизнес. Daí criou o maior banco de criptomoedas. Поэтому он его создал, криптобанк, банк. Есть характеристики, вы поймете, что это такое. Криптобанк регулярный, наибольший в мире. Esperou para a altura certa para lançar as suas 4 criptomoedas. Приготовил платформу для того, чтобы 4 криптовалюты его могли выйти в мир, вот как они сейчас выходят, стартово, очень таким мощным рывком. Eu vou deixar que o Barão fale bocadinho de 3 ou de 4, ou deixa uma no final. Okay? Ele дает слово José, потому что он говорит о монетах очень так много, грамотно много. Давайте. Nós dentro da nossa plataforma, na nossa plataforma, vamos poder não perceber para trás? Não, pode ser. As moedas. Moedas. Vou falar sobre 4 moedas. Я расскажу вам сейчас о 4 монетах. Foram concebidas, какие были созданы pelo nosso presidente Cláudio Henrique. Nosso presidente Cláudio Henrique. Todas elas terão lastro agregados à valorização delas. Для того, чтобы их выпустить функционирование в мир, все 4 монеты должны были быть подкреплены физическим бизнесом, физической реальностью. Para quem já trabalha com criptomoedas, кто работает с криптовалютами? Eu já trabalho desde 2013.
работает начиная с 2013 года как профинс криптовалюта. Onde nós temos mais de 2000 moedas catalogadas. Мы знаем прекрасно, что более 2000 монет, которые существуют в мире, это воздух. São poucas as moedas que têm lastro. Совсем малое количество реальных монет, и ластро это физическое содержание. Porque todas elas são concebidas só com tecnologia. Потому что подавляющая часть монет, они просто прописаны технологически. Todas elas podem valer 10 cêntimos como o Bitcoin, ou valer 20 mil como já valeu. Они все могут как биткоин начинать 10 сантимушей, начать и до 20 тысяч дойти чисто на торгах. Portanto, nós podemos ver hoje em dia que o Bitcoin vale 3 mil e poucos dólares. Сегодня мы видим, что биткоин имеет стоимость 3000 с небольшим долларом, с половиной доллара. Não dá nenhuma estabilidade para nenhum investidor. Ни для одного инвестора это не является устойчивой инвестицией. Porque hoje vale muito e amanhã vale nada. Никто не может просчитать. Сегодня стоит много, завтра упало, ничего не стоит. E o nosso presidente, como visionário, и наш президент, понимая все вот это, verificou que as moedas têm que ter uma base. Понимал, что любая монета, которую он создает, должна иметь базу, которую можно считать. Lançamento destas quatro moedas estão baseadas em quatro negócios reais. Выпуск этих четырех монет основывается на четырех реальных направлениях бизнеса. Vou falar da primeira nossa moeda. Говорим о первой нашей монете. Вперед. Não há problema. Vamos falar da nossa primeira moeda, que foi a moeda que já foi lançada. Eagle Social Gold Coin. Eagle Social Gold Coin. Все знаем. Todas as nossas moedas têm o cariz social. Все наши монеты имеют включение в свою деятельность социальные программы, свой выпуск социальной программы. Uma pequena percentagem vai ser canalizada para a parte social. Небольшая часть, это 20%, направляется в реализацию социальных компаний, социальных программ. A nossa moeda do ouro está canalizada perante a nossa mina de ouro. Наша золотая монета напрямую связана с шахтой месторождения золотоносного месторождения. Para vos trazer também alguma informação, a nossa moeda foi emitida 500 milhões de moedas. Мы знаем, да, мы знаем, что будет выпущено 500 миллионов монет. A nossa moeda, para vocês terem uma noção, está o valor da grama do ouro. Nunca vai baixar o valor da grama do ouro. И наша монета никогда не может получить цену ниже стоимости 1 грамма золота. Porque cada moeda emitida alocada uma grama de ouro num cofre. Потому что каждая монета стоит 1 грамм золота, который тут же добываем этот грамм золота, количество монет выпущенных, он тут же сохраняется в сейфе. Portanto, a nossa moeda nunca vai baixar o valor da grama. Поэтому никогда наша монета не может стоить дешевле, чем 1 грамм золота. Pode ter depois oscilação para cima, derivado a haver mais procura do que oferta. Может расти вверх на торгах. Почему? Потому что это криптомонета. И всегда с историей развития, естественно, будет всегда больше потребность, чем предложение. Они ограничены. Podemos passar a outra moeda? Дальше. Vou-vos falar sobre a Time is Money. Time is Money. Поговорим немножко. A Time is Money está agregada à nossa empresa Telpop. Time is Money поддерживается нашей компанией Telpop. Como o Francisco disse bem há pouco, как Франциско сказал, сейчас, в ближайшее время, o nosso presidente diz que um minuto equivale a um dólar. Совсем немного времени осталось до того, когда одна монета, выходящая в мир, будет стоить 1 доллар. Одна монета – это одна минута, 1 доллар. Portanto, todas as nossas três moedas, outras três moedas, vão ter valor base de 1 dólar. Все три монеты, выходя в мир, базовую цену имеет 1 доллар. A nossa Time is Money, para vocês saberem, foi comprar mais de 1 milhão de minutos o governo chinês.
para garantir a nossa moeda. Для гарантии заключено как за контрактное соглашение, учитывая, что партнерские отношения давние с Китаем. Правительство Китая купило больше, чем сколько же говоришь? Миллион минут. Купило миллион минут. Минут купил китайское правительство монет для гарантии старта Times Money. Pelo governo chinês. Китайское правительство. Vou-vos falar sobre Agrocoin. Agrocoin. É a nossa moeda que foi o Cláudio conseguiu criar uma plataforma. Cláudio smog создать платформу. Em que fez uma parceria com o Mercosul, que которая на сегодня является партнером Mercosul. É um terço da alimentação produzida a nível mundial é produzida pelo Mercosul. Которая учитывает производство и потребление продукции 1/3 всего производимых во всем земном шаре Mercosul. Em que existe uma interligação entre o produtor e o consumidor final, em que vai deixar de haver os intermediários. Здесь учитывается отношение производителя и потребителя, исключая большое количество посреднических организаций. Em que se vai reduzir até 40% de redução de custo para o consumidor final. Что уменьшает рост цены порядка на 40% от себестоимости продукции до цены потребления. Em que também poderá haver uma redução, não, vai haver uma redução entre 10 a 20% do custo do produtor. Что, в общем-то, позволяет и производителю уменьшать цену на производство продукции где-то в районе 10-15%. Onde vai haver uma redução desde a matéria de prima, seja sementes ou maquinaria. Что позволяет серьезно экономить не расходовать лишние средства, потому что учитывается вся база данных на моменте начала производства, то есть от семенного фонда до использования горючих смазочных материалов машин. Eu vou-vos dar exemplo que tem a ver com a produção de bananas. Просто расскажу один пример, который имеет место быть, очень популярен здесь, это производство бананов. Produtor de bananas produz. Кто-то из производителей банана, производители именно, владельца территории, porque não sabe quanto é que vai gastar. Всегда собирает все урожаи, естественно, сохраняет их, потому что бананы есть, их нужно собирать. Не знает, сколько он сможет продать. Com a nossa plataforma vai saber quanto é que vai precisar de produzir para vender depois. Благодаря вот нашей платформе на сегодня учет потребления закладывается в начальной стадии. То есть учет потребления, сколько сможет продать, он получит на стадии сбора урожая. И vai reduzir muito os custos. И, естественно, это останавливает у производителей рост цены на оплату силы трудовой, ну, для сбора урожая. Да. И tudo vai se resumir ao pagamento através da nossa moeda Agrocoin. И все вот это дает обоснование Agrocoin. Мы там уже говорили, подробно буду рассказывать. Уже поняла, как это функционирует. Agrocoin – это как двигатель отношений в цифровом мире, отвечающий за учет этой информации. Vou-vos falar sobre EcoCoin. EcoCoin. Еще одна монета. A nossa moeda está agregada ao segundo maior desperdício a nível de poluição no mundo. Наша монета создана в области второго учета в области второго места в области учета продуктов, которые загрязняют окружающий мир, занимает второе место в мире по загрязнению окружающего мира. Материал какой-то. У primeiro é a poluição atmosférica. Первое у нас место занимает загрязнение мира, это что загрязнение в окружающей среды атмосферы. A segunda é o plástico. И второе место по загрязнению окружающей среды занимает пластик, производство химического пластика. И наша empresa PLA Investment. И наша компания PLA Investment é a tecnologia agregada ao desperdício da madeira que vai fazer com que haja uma substituição do plástico perante o PLA. Технология эта позволяет и базируется на том, чтобы заменить исходный материал производства пластика на биорастворимый. Porque as Nações Unidas vão erradicar o plástico em 5 anos.
5 anos. Sair o plástico. Desaparecer o plástico no mundo. Vão erradicar, quer dizer que os países do primeiro mundo, em 5 anos, o segundo mundo vai demorar mais tempo. Какие-то страны, мы все, конечно, потому что мы говорим о том, что в ближайшие 5 лет химический пластик не будет производиться в мире. Я думаю, что это начальная стадия убирания пластика химического, потому что 5 лет не убрать все пластики. Но это начало, да, с 2023 года пластик будет, химический пластик будет убираться из сферы потребления. E o nosso PLA, que é uma matéria-prima, que é dos desperdícios da madeira. E a nossa tecnologia, в общем-то, базируется на переработке органических отходов. Já está patenteado pela nossa empresa. Уже запатентирована определенная часть переработки отходов нашей компании. Não, em 80 dias o PLA desaparece no mar. Вот производство на благодаря этой технологии производства пластика такого, который за 80 дней полностью растворяется благодаря воздействию воды. Para vocês entenderem bocadinho, чтобы немножко стало понятно, as empresas que produzem as garrafas de plástico, чтобы понимали, что бутылки пластмассовые, não têm que substituir as máquinas. Вот производители сегодняшнего пластика, вот, существующего в мире, не должны и оборудование заменить, оборудование на своих фабриках. Mas simplesmente fazer pequenas alterações para começar a utilizar o PLA para substituir o plástico. Некоторые небольшие изменения технологические и сырье для того, чтобы использовать эту технологию для производства уже экологически растворимого пластика. Portanto, a nossa moeda vai ser um meio de transação para as empresas que vão comprar a nossa matéria-prima, PLA. На сегодняшний момент наша монета ЭКО, она поддерживается уже заключенными договорами строительства фабрик, работающих на переработке органического сырья для ПЛА, для производства бутылок. Portanto, esta moeda, para mim, eu acho que para mim vai ser a moeda vai valer mais. Я думаю, что со временем, для меня, как лично для меня, эта монета с годами будет очень-очень дорого. Depois de falar das criptomoedas, vou passar ao Francisco para ele falar sobre o plano. А теперь, как передаю слово Франциску, поговорим о маркетинге. Vai, Muito bom ter 4 criptomoedas com valor. Очень хорошо, да, всем понятно, что 4 криптомонеты, которые имеют физическую стоимость. Теперь нужно понять одну очень серьезную вещь, главную вещь нашего бизнеса. Para eu ser membro deste clube privado, для того, чтобы превратиться в партнера нашего частного клуба, como acionista, бизнесмена, eu sei que todos os meses, я знаю, что каждый месяц, só tenho que estender a minha mão para receber dinheiro. Я могу протянуть руку и ежемесячно получать деньги. É bom? Отлично, bom. Да. Нравится ситуация такая, бывает. Да. Okay. Mas eu, além de poder ganhar dinheiro, кроме того, что я могу просто зарабатывать деньги, eu posso fazer dinheiro. Я могу еще делать деньги. Vamos ver esse segundo ponto. Bem, para eu entrar neste clube, vamos pagar 47 dólares. 47 dólares. E vamos receber um livro. Получаем книгу, первую книгу. Do nosso presidente, Cláudio Henrique Barack Obama. Да. Нашего президента Cláudio Henrique Barack Obama. Só por curiosidade, este é o sexto livro que ele editou. Это шестая его книга, которую он издал. Este livro explica a evolução do dinheiro como uma moeda de troca entre bens. Здесь это общеобразовательная книга. Возможно, для кого-то это будет элементарно, но это общеобразовательная книга о эволюции денежных отношений, денег каких, дойдя до криптографического мира. Há uns anos trocávamos uma maçã por uma laranja. Эволюция, эволюция отношений обменных вначале, да, если меняли яблоки на апельсины. Okay. Até surgir as moedas e as notas. Дойдя до сегодняшнего дня, когда используются деньги металлические и банкноты. Ou os cartões que utilizamos hoje em dia. Да, есть уже карты, которые мы можем через банкомат использовать, получать наличные.
e hoje já temos as criptomoedas, moedas digitais. Neste livro, o Cláudio explica que nada é fixo, tudo muda. Он объясняет очень много концепций, потому что он объясняет, что никогда ничего нет постоянного. Мир развивается, жизнь развивается, и технологии приходят новые, поэтому они уже пришли. Это деньги. Деньги, да. И quem tem a visão está lá à frente à espera dessa janela de oportunidade. И кто умный, понимает, о чем идет речь, те это так, окошечко возможности уже для себя сегодня открыли. Então, quando nós entramos para o clube, когда мы поступаем в наш клуб, благодаря приглашению партнерскому, o Cláudio quer que nós tenhamos esta visão muito aberta sobre o que está a acontecer no mundo. Cláudio хотел каждому вот объяснить, почему так важно расширять свое видение для того, чтобы быть открытым для получения новой информации. Ao ser membros, temos acesso a produtos, bens, serviços. Мы имеем продукты, услуги, включенные на этой платформе. Com desconto? Естественно, со скидками. Vamos mudar. Mas, o que nós queremos mesmo, что мы хотим всегда, para além dos descontos, кроме скидок, é ganhar dinheiro. Зарабатывать деньги, да. Sim? Да. Yes? Согласны? Да. Então vamos ver. Смотрим, да. Формы de participação. Форма участия в бизнесе. Temos os pacotes. Пакеты инвестиций. У IDB, IDL, IDA и Privat. Где начинается К, это тысячи. У valor, que vai de 97 dólares até 35.277. Начиная от 97 стоимость одного пакета, заканчивая 35.277. Nesta coluna temos a mensalidade, que vai de 5 dólares até 35. Ежемесячная активность наша, вот следующая колонка, в зависимости от подхода пакета, это база нашего резидуала. E nesta coluna, os pontos chamamos barbies, que vai significar valor financeiro em bónus. И это вот мы третья колонка, это баллы, нами так называемые, это финансовая база для бонусов. Okay. Vamos passar. Дальше. Finalmente vamos começar a ganhar dinheiro. Вот теперь начинаем говорить, как зарабатывать деньги. Ok. A Irina dá a oportunidade ao Francisco de entrar neste clube privado. Я рассказала и дала возможность Франциску зайти в частный клуб наш. Eu adquiro pack YD 35 capas, 35 dólares. Вот он решил купить пакет 35 тысяч долларов. A minha vida vai mudar. Жизнь, конечно, изменится. Todos os meses vou receber dinheiro, divisão de dividendos. Он будет получать приличные деньги, распределение дивидендов. Mas Irina deu uma oportunidade e a empresa vai pagar 10% do valor que eu investi. За то, что я смогла передать и рассказать об этих возможностях, компания мне дает 10% от его инвестиции. 35? 3.500? 3.500, получите очень плохие деньги. Parece bem. Да. Simples. Да. Ok. Segundo bónus. Следующий бонус. Бонус de indicação indireta. Непрямые приглашения, линейка. A empresa divide 10% em 7 níveis. 10% в доходности компания, не доходности, входящих денег. Компания распределяет на 7 уровней. 3% no primeiro nível de indicação direta. Это второй уровень конкретно. Первый уровень линейки, это второй уровень без прямых приглашений. Третий уровень, правда, 7. 2% на segundo nível. 2, это третий наш уровень, да. И 1% и 5 уровней еще вниз по 1%. Всего с личниками у нас 8 уровней охвата линии. Пронор. Детали. Quanto maior for o meu investimento. Детали. Вот эта линейка наша зависит от суммы нашей инвестиции. Mais níveis, да. Vai abrindo. Больше открывается уровень линейки. Да. A partir do investimento. Начиная от инвестиций. 2000 долларов. Já tem sempre mais. Все уровни линейки. Да, уже до конца уже все. Окей. Vamos ver outro. Бонус бинар. Como funciona? Как работает? Não tem a ver com o pack que eu compro. Не зависит от собственного пакета, который вы купили. Не зависит. Mas como é uma empresa de marketing, но так как это компания маркетинговая, мы работаем в структуре с партнерами. Valoriza-se o apoio que nós damos às pessoas. Наша цена поднимается от
той информации и работы, которую мы даем партнерам для их роста. Мы растем и зарабатываем от роста нашей команды. Exatamente. Então, se não tivermos, acabamos de entrar, não estamos no ranking nenhum ainda. Заходим, естественно, visite на варанга, никто никак, зашли, купили пакет. E eu coloco a Irina e começo a construir a equipa do meu lado esquerdo. Он размещает кого-то у меня в левой ноге. Да, это так и есть, я в левой ноге у него. Logo o verão, começa a construir a equipa do meu lado direito. Começa a trabalhar com eles, a ensinar. Начинает с нами работать для того, чтобы зарабатывать деньги серьезные. Acabei de entrar, se não tem ranking, e faz binário, a empresa paga 10%. Но уже на входе, не имея квалификации, компания платит 10%. Da perna menor. Suma de balas, menos energia. Se bem, não vai muito para fora. Ok. Da. Porque ainda não sou bronze, não sou prata. Никакого qualificação, никакой еще не имеет. Máximo por dia. Limite дневной, 1000. 1000 pontos, 1000 dólares. Sim. Assim que eu chego. Нет, 1000 может вывести. Вывести в день 1000 долларов. Если может свободно, компания заберет. Но тоже будет другой квалификации, 1000 пунктов. Okay. Ainda não estou qualificado, да. Mas dos pontos da perna menor... Do 1000 в день, не будучи квалифицированным. 10% зарабатываешь на ноги. У тебя 10% от суммы начислений. Но это начисления могут быть 1000. Но уже другой квалификации. То есть, если больше начисляется, то одно компания. Да, чисто считаем, да. Mesmo eu posso receber várias vezes ao longo do dia, se eu tiver a fazer binário. E é verdade? Sim. Até o máximo de 1000 dólares dia. Não sei se vou me mover de tanto. Mas se eu vezes dia, nós начисления идут, 10% от начисления получаем в течение дня. И лимит 1000. Но я думаю, что одно начисление, как всегда, бинар будет срабатывать 24 часа. Assim que sou bronze, já começa a receber 20%. Está bronze 20% от суммы баллов меньше ноги. И só para 2000 por dia. 2000 в день, бинар. Prata? 30%. Серебро 30%. 2000 в день. Лимит. Ouro 40. Золото 40. Тоже 2000 в день. Начиная от оникса, начинается 50%. Okay. Суммы балла меньше ноги. И лимиты. Начинается от баш, 50. Okay. Лимиты. Vai aumentando. По даймам, да, 4000 в день. Это по поводу грейтов. Все помню. 4000 в день можно вынимать, поэтому нужно структурировать структуру. Все-таки уточни, вот начисления будут, это вывод или это лимит начисления? Лимит, который ты получишь. Начисления. Начисления. Лимит 4, а ты получил 5. Вот за сегодняшний день. Почему на завтра не пенсия? Нет, нет. Сгорание. В день все, что ты можешь по бинару забрать, все сгорает. E mesmo que tenha mais pontos, não perde os pontos de um dos lados, já conta o código seguinte. Другая, конечно, нет. Другая нога, где больше начисления, там баллы, она сохраняется. Но поменьше, по которой мы получаем, правая или левая, не важно, по которой мы получаем деньги, у тебя начисление 7,5. А у тебя лимит 4. 3,5 в компанию. Она два раза поделил толпу. Думать просто. Сейчас потом нормально это будет. Думать просто. Один день она зашла в толпу. Баллы отдельно, баллы нормально собираются. Баллы собираются. Баллы растут. Нет, квалификация отдельно. Это деньги, которые эквивалент баллов, ты зарабатываешь. Лимит дневные. Ну, экземпл практик. Практический пример, да. У объектива шьяну за Оникс. Мы, да, естественно, как можно быстрее дойти до офиса, да. 50%. 50%. Por dia 4000. 4000 в день. Quantos dias tem um mês? 30 дней в месяце, да. 30 vezes 4, 120.000 долларов. 120 тысяч долларов. Это большие суммы. Мы просто пока не вникаем. Это очень большие суммы. Да. Это только бинарный бонус, да, это лимит бинарный. Это не вывод всех денег, это в бинаре в день, да. Vamos pensar. Думай. Quantas pessoas ganham 120.000 dólares por mês? Eu já tenho 120 тысяч в месяц. Ну, да. Este é o poder de ter, isto é a força de ter uma empresa séria. Но это как раз, имея такие деньги, где нужно обосновывать то, что было сказано выше, чтобы иметь компанию серьезную, откуда деньги. É possível pagar isto durante muitos anos? Возможно платить им годы и годы. Porque existem negócios reais. Потому что реальный бизнес, жестко просчитанный маркетинг, реальный бизнес. Não é aquela brincadeira de empresas, que é enquanto entrar pessoas, entrar,
paga. Нет никакой зависимости только от входа партнеров, только вот это и формирует ваши заработки. Здесь рассчитаны. И esta é a mensagem que nós queremos passar para a Rússia. И это как раз вот то, что нужно объяснить. Вот сейчас мы для этого здесь работаем, чтобы Россия это поняла. Temos de trabalhar com negócios reais, empresas reais, чтобы работать fazer isto. Мы работаем в реальном бизнесе, в реальном с реальной компанией, которая может нам вот это все платить. Agora vamos brincar um bocadinho. Давайте как немножечко отвлечемся. Todos na sala, neste momento, somos diamante royal. Все вы здесь, да, золотые diamond. Ok? Vamos lá chegar todos. Все согласны. E vejam isto. 10 mil pontos por dia. 10 balas. 10 mil dólares. 10 dólares, да. Vou perguntar outra vez. Quantos dias tem um mês? Я еще раз спрошу, сколько у нас дней в месяце? 30. 30 vezes 10 mil, 300 mil. 300 тысяч в месяц, возможно. Está bom? Está bom? Довольны? Довольны? Таким заработком. Ok. De um bónus. É только один бонус. E este bónus é importante fazermos as coisas bem. Для того, чтобы получать этот бонус, очень хорошо нужно поработать. Nosso presidente Cláudio pensou numa coisa. Наш президент Клаудио думал об одной вещи. Há uns anos atrás, годы назад, некоторое время назад, ele foi convidado pelo governo do Brasil, он был приглашен правительством Бразилии, para criar regras para o marketing multinível no Brasil. Для создания правил функционирования сетевого маркетинга на законодательном уровне в Бразилии. Porque do Brasil estão a chegar muitas empresas nos últimos anos. Мы знакомы с этим. Из Бразилии выходит столько проектов, подавляющее количество проектов, да. A lei só saiu ano passado. Закон вышел только в конце прошлого года, тоже правда. Mas o presidente percebeu uma coisa. Президент очень хорошо понял одну вещь. Não basta fazer as leis. Недостаточно только прописать закон. Porque quem quer enganar alguém, когда кто-то кого-то хочет обмануть, sabe que as leis existem. Все знают, что закон существует. Mas não se importam com isso. Но для этого человека нет преград. De enganar pessoas, обмануть человека, кого-либо, só para encher os bolsos. Для того, чтобы себе наполнить карманы. O que o Cláudio pensou? Cláudio, что придумал? Foi criar observatórios. Создал наблюдательную комиссию на Аргентине и на Бразил. В Бразилии, в Аргентине. Recentemente, muito recentemente, criou. Muito cedo. Há pouco tempo. Na Argentina, espera. Países diferentes. Na Argentina, no Brasil, outro observatório. Ah, está отдельно, это не одно и то же департамент. Бразилия одна, очень в скором времени, очень быстро создан, в Аргентине другая, они не связаны друг с другом. Por uma razão. Почему он это сделал? Ирина vai me convidar para uma empresa. Я, допустим, приглашаю, как бы то ни было, бизнес. Eu digo assim, espera um pouco. Подожди немножко. O observatório? Есть вот этот департамент онлайн, который дает информацию. И имеет o nome dessa empresa. И я прописываю это название компании. Если не форма empresa com pleno certificado. Если компания не работает с планом сертифицированным, то что у нас было сделано. Eu vou dizer a Irina, Irina não, não quero. А что вы подсеки, что у них обсерватория? На, как? São dois países diferentes. Ah, они разные, какие-то нагрузки, какие-то разные оценочные позиции несут. E eu vou dizer a Irina, não quero, porque essa empresa não é certa, não é correta. Я, естественно, могу проверить теперь любую компанию, и учитывая, что одна, видите, она по департаменту дополняет другую, то есть проверить двух, уже понятны все подходы бизнеса. Isto para ajudar as pessoas a não serem mais enganadas. Для того, чтобы каждый человек больше не был обманут, смог зайти проверить на онлайн-носителе характеристику этой компании. Então hoje nós estamos numa empresa séria, com um presidente sério. Поэтому мы сегодня имеем компанию серьезную, серьезного президента. Com um staff muito grande que vai trabalhar aqui em Portugal. Кто хочет работать долго и мощно, приезжайте в Португалию. E somos todos ídolos real. Hoje a ganhar, aliás, Diamond Royal a ganhar 300 mil dinheiros. E em presente também, каждый, кто здесь может стать Diamond Royal, для того, чтобы зарабатывать вот такие суммы людей. Daqui a algum tempo, совсем sim, acredito. Совсем неплохо, да. Bem, vamos lá. Outro bónus. Очень важно понять вот этот бонус, да. Este bónus é interessante. Это бонус интересный. Já que vou entender. Для тех, кто понимает, из чего он складывается.
Isto é uma estimativa para 2019. Это всего лишь предвиденный просчет на 2019 год. Это не постоянный процент. Quando nós investimos e compramos um primeiro pacote, когда мы инвестируем, покупаем первый наш пакет, os três primeiros, первые три покупки, depois tem os outros três, потом три следующих, и os outros três, и последние самые дорогие пакеты, да. Nos três primeiros, три первых пакета, a previsão de divisão de dividendos, предвидение, каким образом будут распределяться доходы от компании на этот период, de forma antecipada, mensalmente, потому что форма собирательная различных бизнесов различная, é de 10%. В районе 10% буду получать. Os outros três, o teto será de 15. Следующие три пакета, это получается от 1000 до 4,5. Получает в районе 15%. Qual é a лógica? От 7000 до 35 в районе 21%. A lógica, qual é a lógica? Какая логика всего этого? Se eu invisto menos, если я инвестирую меньше, vamos pensar num banco. Просто думаем, да, вот банковская инвестиция. Se eu meto $1000 no banco, если я положу 1000 долларов в банк, ou se eu meto $1,000,000 no или banco, я положу $1,000,000 в банк, o banqueiro, банк что мне предоставит? Com 1000 não vai fazer muito. С 1000 он не сделает много. Com 1 milhão consegue fazer negócios. С миллионом банк сделает бизнес. Então eu posso negociar a taxa de juro. Поэтому я могу с банком торговаться о процентах и о процентах отчисляемых банком и доходности моей для того, чтобы получить наилучшие условия. Se eu invisto menos na identification, если я инвестирую меньше в identification, a empresa tem menos valor para ir comprar, aumentar uma fábrica, comprar outro minador, aumentar a telefónica, tem menos valor para isso. Маленькая сумма для того, чтобы распределить их, купить еще одну фабрику, либо еще одну шахту, либо отправить в производство какие-либо товары. Se eu investir muito mais dinheiro, если я даю большую сумму, a empresa vai ter capacidade de fazer mais negócios e trazer mais dinheiro. Возможности компании растут в том, чтобы вложить большие суммы в бизнес и получить доходность. É justo. Это логично объясняется. Okay. Да? Agora, um pormenor. Одна деталь, одна мелочь. São valores estimados. Это воображаемый, не как воображаемый, приблизительный процент. O que não significa que uma pessoa comprou um pack de 7, ou 21, ou 35. Потому что не означает, что человек, купивший пакет 7000, 21, 35, ela pode ganhar 30 ou 40%. Может заработать и 30, и 40, потому что это не фиксированный процент. Вот это вот нужно хорошо очень понимать. O que acontece? A ideia do presidente é... Что получается? Какая идея у президента? Todo o dinheiro que entra na companhia, все деньги, которые входят в компанию, 20% é para área social. 20% для социальных программ. Outros 20% é para novas empresas, novas fontes de negócio. 20% для стартапов, для реализации нового бизнеса, присоединения нового бизнеса. E pretende que dê valor médio a todos os membros acionistas na casa dos 20%. E где-то в среднем, 20% в среднем, он предвидит, что каждый акционер должен получить в среднем 20%. Atenção, não se garante 20% a ninguém. Поэтому это не гарантия, это просчет доходности компаний всех, которые в реальном бизнесе получают гораздо больше. Porque o presidente souber dar 30 ou 40 vai ficar muito mais feliz. Потому что, как имея нам 20 прописанных, и мы получим 30, мы будем, естественно, более счастливы. Но может появиться месяц, который будет 15, другой может быть 25 и выше. Но в целом, в среднем, вот эти проценты, чтобы понимали, как функционирует первый год. São valores fruto de negócios reais. Это проценты, итог работы реального бизнеса. Okay. Vamos avançar. Peço desculpa que o vídeo já vai muito longo, mas nós falámos mais em pormenor das coisas. Não. Ok, cinco vezes. Cinco vezes. Quando eu coloco valor na companhia, когда я инвестирую какую-то сумму в компанию, empresa me diz que quando fizer 5 vezes mais, tenho que renovar a minha ligação à companhia. Когда я сделаю уже 500% доходности получу, я должна буду инвестировать заново, то есть заново начать свои отношения с компанией. Um exemplo, investi 10 mil, 10. Primeiro, dá 10 000. Quando chegar a 50, когда vou renovar. 50 тысяч получу, естественно, я возобновляю активность свою. O que conta para fazer 5 vezes? Что считается для получения 500%?
Conta tudo. Все считается, весь маркетинг. Conta os ganhos que a empresa divide comigo mensalmente. То есть это ежемесячные дивиденды, которые компания сама и конта também os ganhos do meu trabalho, os vários bónus da rede. Все бонусы до структуры, которые мы зарабатываем посредством сети. Imagine uma pessoa que faz um investimento e fica braços cruzados, não fala com ninguém. Если кто-то хочет просто проинвестировать, просто представь человека, который ничего не будет делать, браços cruzados, сложил руки и сидит, да. Ela investe hoje? Он сегодня проинвестировал. Se o valor médio ao longo do ano der 20% por mês, valor médio, где-то в среднем 20% в месяц для расчета ему инвестору, ela vai demorar mais de 2 anos a receber 5 vezes. Лет он будет получать свои 500% совсем неплохо. Agora, se ela trabalhar, fizer rede, если работать и строить сеть, vai ganhar 5 vezes mais num dia, na semana, num mês, 3 meses. Inicialmente. Tá, agora, todas as a Rússia não vai parar. Durante uma semana, todas as valores. Sempre, sempre conseguir. Quando não sai, se você ativo, você não está na hora. Helena, please. Bónus residual. Residual bónus. Todos os bónus são bons. Все хорошие, естественно. Que é dinheiro que nós estamos a receber. Конечно, получаем эти деньги. Mas há uma regra no multinível. Есть порядок в многоуровневом маркетинге. Não correr. Нет. Когда мы бегаем быстро, то камни под ногами не замечают. Regra básica é fazer bem feito e ganhar sempre. Главный принцип делать базы, на чем стоим ногами, очень хорошо организованно. То есть изначально давай включать дупликацию, рассказывая правдиво о бизнесе. Então, quando eu dou a oportunidade à Irina, eu vou ter que dedicar tempo meu que a Irina merece. Поэтому должны все понимать, что когда мы кого-то приглашаем в бизнес, мы должны дать достаточное время для человека, который достоин для того, чтобы понимать, как это делать. Quando eu vou dar a oportunidade ao Beirão, eu tenho que lhe dar pouco do meu tempo para te explicar tudo, аналогично, porque eu другой человек, третий человек. Аналогично, уделять столько времени, чтобы человек понимал, что он делает дальше. A Irina e o Beirão, eles merecem saber como funciona todo o negócio. Они достойны понимать и знать, как функционирует весь бизнес. Para também saberem passar a informação aos outros. Для того, чтобы дальше передавать эту информацию, и assim crescerem, дубликарem. Дубликация, включая дубликацию. Um soldado tem que estar bem preparado para a guerra. Каждый солдат должен быть очень хорошо приготовлен для войны. O que interessa é ter um grande general. Что генерал. E os soldados não sabem como é que se pega na arma. Любой генерал, который управляет армией, если солдат не знает, как держать оружие. Como é que se mete a bala na arma. Каким образом почистить свое оружие. Quando chega a altura da ação, ninguém percebe. Когда придет период активных действий, генерал потеряет это сражение. Nós temos um grande general, uma pessoa do nosso clave, o nosso presidente. Мы имеем генерала своего главного, наш президент. E a nossa responsabilidade é fazer bem, explicar bem as coisas às pessoas. И наша ответственность, и наша цель – объяснять все очень хорошо и показывать бизнес правильно всем нашим людям, которые нас окружают. E então pensei neste bônus. Вот этот бонус, подумай. Por isso é que eu falei um pouco isto. Немножечко остановимся на... Quando nós damos a oportunidade à Irina e ao Beirão, когда дает возможность, дает нам, ну и всем остальным возможности зайти в бизнес, a empresa pagou-nos 10% de bônus de indicação. Нам дали по 10%, за что? Да. Depois começamos a ganhar binários. Потом мы начинаем расти бинар. Como os ajudamos a crescer, a duplicar, когда начинаем расти и зарабатывать больше, дубликацию включили, comissões indiretas, неличные приглашения, структура строится, mais binários, опять же бинар, mas todos os meses, каждый месяц, como as pessoas estão a receber dinheiro, когда люди получают деньги, a empresa vai descontar a mensalidade, a месячное управление, месячная активность у нас будет автоматически сниматься. E se nós temos feito um bom trabalho, a nossa rede vai crescer, vai crescer, vai crescer. E temos aqui um ordenado grande todos os meses. As pessoas que já nos deram 10% vão continuar todos os meses a dar dinheiro. Cada vez que as pessoas vão continuar todos os meses a dar dinheiro, ganham 5-10%. A empresa decidiu fazer uma coisa. Do valor das mensalidades, 25% ser para este bónus. 25% от месячных наших платежей уходят в этот бонус. São 7 níveis. 7 уровней. E consoante o PEC vai abrir mais níveis. В зависимости опять от стоимости вашего пакета вы открываете уровни линейки.
em que temos nos dois primeiros 3% mais 3%. Первые два уровня 3% от месячных платежей. Cá em baixo 2%, 2%. Нижние уровни 2, да, 2%. И 5%. Уровня 3, 4, 5 у нас от нашей структуры 5% от месячных платежей нашей структуры. Então, то есть работать на глубину, расширяться. Imaginem quantos diretos podemos ter, indiretos, em vários níveis. Подумайте, сколько личников нужно иметь, и научите их делать непрямые наши структуры, каким количеством личников. Да? Ou seja, fizemos hoje o trabalho, ganhamos dinheiro, ajudamos a rede a crescer, estamos a construir um ordenado todos os meses, e é um ordenado que está sempre aumentado. Нужно понимать, что создавая структуру, мы работаем, мы делаем эту работу, мы создаем структуру, мы их обучаем, да? Мы даем возможность им создавать свои структуры, сеть растет, и мы свою зарплату увеличиваем ежемесячно. Провала пена. Оля, Ирина, ты не лугался про ти, дрожишь и чао. Не нужно делать, как практика в основном была много лет, да, что зарегистрировал и до свидания. Очень быстро получить за вход и все. Trabalhar em rede, a equipa, нужно famílias. Comandar, да. É assim que se faz as grandes fortunas no multinível. К сожалению, это культура в новом уровне маркетинга. Nos últimos 6, 7 anos, isto foi corrompido. Последние 5-6 лет коррупция в MLM была очень системной, скажем так. As pessoas só contam para fazer o registro e tchau. Тут бесконечные очереди на регистрации избежали уже следующая компания. Нós podemos manter redes muito grandes, muito anos, fizemos tudo bem. Учитывая у него практика, просто я знаю, в каких китах он работал, я знаю, какая у них практика в серьезной компании, до сих пор к ним обращаются, делать тренинги, работать структурно, структурно строить сеть и обучать людей делать то же самое. Trabalhar é olhos nos olhos, que a pessoa. Работать, а глаза в глаза. Eu tenho que saber, as pessoas que eu coloquei, os meus diretos, os meus líderes, я должен знать, что люди мои личники, которые я разместил в бизнесе, что они едят в обед, что именно, куда путешествовать им нравится, quantas namoradas têm ou namorados? Сколько любовниц имеет. Ou seja, conhecer a pessoa. Абсолютно глубоко. Глубоко знать людей. A pessoa não pode ser apenas um número que me deu dinheiro. Глубоко знать и понимать человека, чтобы понимать, что этот человек, okay. Его потенциал зарабатывать деньги, какие он имеет возможности делать то же самое потом. Я должен поздравить Россию. Я хочу поздравить Россию. Porque o facto de estar a Ирина aqui e muitas pessoas que estão aqui conosco, significa que vem à procura da boa informação para poder partilhar com todos. Informação глубоко для того, чтобы ее разделить с нашими партнерами. Deem valor aos vossos líderes que se deslocam tão longe da família muitos dias para poder ajudar a todos vocês também. Recomendação nossa página, dê-te nossos líderes a possibilidade de vão vestir essa informação, объяснить e услышать это. Recomendação. Okay. Vamos ver outro bónus? Tá. Dá-se. Bónus Pool Mundial. Pool, Mirabol Pool, что это такое? Tudo o que a empresa fatura. Все, что на сегодняшний момент компания зарабатывает. A cada 3 meses. Каждые 3 месяца. Vai dividir uma percentagem. Процент будет разделен. Com as pessoas que já estão qualificadas no plano de carreira. Между равными квалификациями в плане карьеры, кто чего достиг. Como funciona? Как функционирует? Quem já é safira? Кто уже сапфир? Imaginem que temos 20 safiras. Допустим, 20 сапфиров. Да. Да, фактурация до триместра. Ну, в 3 месяца закрытие стоимости. 0.10 dividir por esses 20 сапфиров. 10% трехмесячного оборота компании будет распределено между сапфирами. Окей. Это бом? 0.10%. Ирина, твоего личного или всех? Нет, мировой, мировой пул. Pode ser assim? Assim? Aborot. Lembrem-se de uma coisa. Nós somos 20 mil contas neste momento consolidadas. На сегодняшний момент помним, что порядка 20 тысяч счетов консолидированных. Это уже цифра появилась, да. Daqui uns tempos. Спустя некоторое время. Seremos 1 milhão. Будет 1 milhão. 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões, 4, 5, e tal, um projeto como este. 7, 8, né? Então, imaginem que de tudo que a empresa fatura, fatura é o geral da campanha, todos os dias, cada dia, junta tudo, 3 meses, 3 meses a dividir a rendimento, tudo, e vai dividir, 0,1%, 0,2% e tal. Pode parecer pouco, mas não é.
Не будет мало, я думаю, эти мало не будет мало. Quando chegares para aula, divide 0.20 por todos os braulas. 0.20. Дальше 0.25, видео 0.75, 0.75, 1.1. Não acumula, é deste bónus. Somos braulas, divide 0.20 por todos os braulas. Não acumula todo o que entras. Se durante 3 meses, se eu já ganhei, por exemplo, um dia. Sim, só ganhas sobre o rubi. Vamos ver. Quando estamos. Entramos em janeiro. Sim. Imagina que somos safira em fevereiro. E somos diamantes em março. Sou diamante. Em março eu vou saber se sou diamante. Em abril, quando for a divisão, é a última qualificação. Então, очень быстро qualificação у всех пойдут, потому что структура быстрая. Не собирательные. Вот достигли даймонда к марту. За 3 месяца. За 3 месяца даймонд. Получим даймонда распределение. Вот это все накопительным не идет. Это правильно. É melhor 0,50, porque serão menos diamantes do que 0,20, que se calhar já há mais braulas. Diamond agora muitas. Para lá, outro bónus. Bónus de equiparação. Só é dessa bónus, camada de bónus. O Vera vai explicar porque é para o Vera um bocadinho tarde. Ah, eu também. Obrigado. Este bónus tem a ver com a parte de qualificação da rede binária. Это квалификационная ваша часть и бонус из бинара. Imaginemos que a Ирина está на minha perna mais forte. Я на его более сильной ноге. Aqui eu não vou receber nada на rede binária dela. В моем, естественно, от меня, от нашей команды, он не получает ничего. Quando chego a Esmeralda, neste bônus, когда достигает Изумруда, imaginemos que a Irina está a receber 10 mil dólares por dia. Я в его большой ноге, бинарий ноги. Но я 10 тысяч получаю в день. Ela é minha direta. Я прямая. Recebo 6% de todo o binário que ela faça por dia. Diariamente. Это каждый день. Вот все личники, в начале личники, изумруд личники, первый уровень. Все личники в бинаре, хоть это не важно, все заработок личников в бинаре 6% каждый день. Вот заработок личников. Вы же да, всегда, Ирина. Между тем, наверное, маш форт. Конечно, я буду помогать всем в бинаре, даже в ноге, которая более сильная, быстрее расти, конечно. И что у трабалю на экипа. Это и есть работа командная. И вай дисблокиандо консуанто а прогрессау да карьера. Да, мы видим рост в карьерном плане, у нас открываются еще уровни. До 3 уровней всего, до последней квалификации. Imaginemos que ele trouxe a Irina, e a Irina trouxe o Francisco, e o Francisco trouxe aqui o Nuno. Eu vou receber 2% sempre que o Nuno fizer binários. 6, 2, 6. Exatamente. Uma coisa importante para mim também, para saber, do Cortanato, se por exemplo eu sou Rubi e para baixo tenho Diamond, não corta nada? Nada. E, нет, вот это, что спрашивали, обрезание, нет. Неважно, хоть самые главные Diamond будут внизу. Я получаю то, что мне положено по этому бонусу день. Eu chamo este bônus bônus da merocracia. Бонус мерократический, да. Porque tu tem que ajudar todas as pessoas. Мерократический, что такое мерократия? Это помощь, социальная помощь в развитии бизнеса каждого, который дает мне деньги наверху. Это примерно так. То есть помогай всем и получишь себе. Да. Личники, неважно, квалифицированные, не квалифицированные. Нет, это личники, есть уже структура. Это личники. А это второй уровень, третий уровень. Нет, да. Линейка. Линейка. Всего зарплаты не зависит. Porque nós todos queremos ficar sempre na perna de rã. Мы всегда почему-то хотим находиться в переливной ноге. И кое-что бонус, но импорта первый пункт, он сейчас. Ваша работа достигли, и неинтересно, в какой ноге кто, да. Окей. И это ежедневный бонус, да. Agora vou falar sobre as qualificações. Да, это важно, квалификация, сейчас проще достигать квалификации. Nós para chegarmos a bronze precisamos de 1.875 pontos. Всего лишь для бронзы нужно 1.875 баллов. Почему я сказал, что 1000 день получать вы уже будете квалифицированы? Para mim este bónus é o bónus de maior valor. Это бонус. Estamos a iniciar o nosso negócio. Это вот именно квалификация сейчас на начале бизнеса это очень быстро толкнет квалификация нашего. Por isso mesmo vamos perceber mais à frente o porquê.
Нужно понять, почему, на перспективу, почему очень важно цифры эти выучить, понимаете? Até chegarmos a Eagle Royale, 4 milhões de pontos. Вы видите, да, насколько уменьшится? 4,375. Diamond Royale, 4,375. Mas a partir do Rubi, начиная с Рубина, Rubi, vamos ter linhas de qualificação. Начиная с Рубина, специальные условия. То есть, чтобы достигнуть бонус, у нас должно быть 2 сапфира. 2 сапфира в первой линии или? Без разницы, личики. Нет, первая линия. Ah, первая линия. Temos que ter duas linhas diferentes de safira. Все личники. Все личники. Esta diretos, não é? É diretos. Duas linhas diferentes. Até было так. Uma, личника. Duas safiras. В бинаре, не в одной стороне в бинаре стоит, а в двух сторонах бинара, можно сказать. Unilevel. Unilevel. Линейка, но в двух сторонах бинара, да. Окей. Работать, да. Работать. Por isso falei do nosso bronze. A partir daqui já começamos a receber vouchers. Eu falei que é muito importante a qualificação para obter o dinheiro. Bronze já agora dá dinheiro, 500 dólares. Rank 1875 dólares, só 500 dólares. São as pessoas que começam a trabalhar e que merecem ganhar dinheiro. Все люди, которые начинают работать, они достойны зарабатывать деньги. Там накопительные баллы есть. Да, конечно. А баллы вопрос, накопительные. Vamos poder usar os nossos vouchers dentro do nosso e-commerce. Comprar iPhone, tudo o que nós queremos. Деньги можете использовать на e-commerce. Покупать все, что вы хотите, вплоть до машины и квартир. Там. Но они накопительные тоже. Тоже. Дальше. Chegamos a silver, a prata. Já começamos a receber 1000 é acumulativo, 500 mais 1000. Можно не тратить 500, можно собрать сколько нужно. Chegamos a ouro, 2000 dólares. Onyx, 3000 dólares. 3000, é Onyx e Safira. A Safira, 4000 dólares. 3000. Esmeralda, 6000 dólares. 6000 dólares. Já dá para comprar muitas coisas. Очень много вещей. Ajudar a família toda. Только на ваучерах. Porque o nosso e-commerce vai ter desde o livro até o iPhone. Потому что e-commerce имеет, начиная от книг, айфонов, ноутбуков, очень много чего. Пример давали, кто успел посмотреть, его закрыли быстро. Но пример давали строительство. Да, ajudar a família toda. Да. Всем помочь, в семье можно вот только этими ваучерами. Какие суммы? Quando chegamos a Rubin, aqui já temos uma viagem para os premiados. Ну, это Рубин, это уже крузеро, это путешествие на лайнере, и, видимо, будет просто маркироваться для лидеров какие-то определенные. Aqui já temos que ter dois сапфиров. Ну, вот здесь нужно иметь два сапфира личников. Temos que ajudar duas pessoas a chegar a Safira. То есть то, о чем мы говорили, команда, двоим первым своим приглашенным, либо третьим, четвертым, но личником. А может стоит Сапфира. Что, значок? Да. Значок. Aqui já, a partir daqui de diamante, já começamos a receber os carros. Начиная с даймонда, получаем машины. На событиях только. Vou explicar pouco sobre o prémio do Diamond. Podemos receber um carro, a nossa escolha vai ser o valor da fábrica onde o carro é fabricado. Base. Базовая цена завода, который производит машины. То есть, смотря в какой стране мы будем, цены же могут варьироваться. То есть, мы не можем попросить деньгами машины. Porque Mercedes e BMW são fabricados na Alemanha. E o valor base é o valor da Alemanha. Ah, значит... Olha, а pode ser trocar para dinheiro ou não? Sim, vão dar em dinheiro. O valor é dinheiro. Вот, ah, вот, это ваше, да. Что? Нет, на этот стоимость производителя они внесли это изменение, может быть, потому что в разных точках будут события, не всегда машины будут. Стоимость производителя, если это Германия, стоимость производителя может быть вручена чеком для покупки другой машины, что хочешь. Quando chegamos a duplo diamante, já recebemos vai, foi, dai, um Série 5 e um Classe C. Um classe E. Машины, какие можно взять, BMW, какие и Mercedes Classe E. Тоже базовая стоимость их от производителя. E precisamos de 687 mil pontos. Ой, só. 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 Não, mas esta não é... Quase dobro menos, quase, se tivermos. É 687, даже миллион. Балла, насколько, почти пополам меньше.
И какие ты имеешь в виду даже рубишь? Ну так это не сложно. Это не сложно. Да. Понимать, что команду строить, она рубить на бок. Black Diamond, он Diamond Negro. Aqui já são 3 milhões de pontos. Черный Diamond 3 milhões. Já é muito mais pontos. 75 баллов. E имеем 3 Diamonds, да? 3 Diamonds. 3 Diamonds нужно иметь. Да, ну один, двое точно в разных, а тут где угодно. Para chegarmos a este bónus, temos de trabalhar mais. Конечно, для того, чтобы достичь этого бонуса, нужно очень хорошо поработать. И chegamos a Diamante Royal, já são 4 milhões de pontos. Королевский даймонд 4 миллиона 375 баллов. Вот им что у Black Diamond, вот 3 диаманта. Один черный, либо не и, один черный, либо 3 дупл даймонда, двойный даймонд. Тем же, что нам утешь псовать. Можно помогать. Aqui está a explicação de cada bónus, porque a empresa não quer esconder nada a ninguém. Компания ничего, все условия очень ясно здесь объяснены для получения бонусов. Здесь все условия получения каждого бонуса, что для этого нужно. Explica o cálculo e a qualificação que é necessária de cada bónus. Что вы получаете и условия для того, чтобы получать эти бонусы. Ну, если же в переводе на русском уже есть. Agora vamos falar um pouco sobre a linha de produtos da nossa empresa. Vamos falar também sobre os nossos cartões. Em que nós vamos ter um formulário agora na nova plataforma onde temos que preencher para termos os nossos cartões. Pago. Não faço isso. Já запомnimos только a forma que nós damos do office. Отправим e получим carta. Teremos em breve informação. Qual é o valor, se tiver valor de pagar? Пока не знаем, что будем платить, не будем пока что отправить, нужно будет срочно, чтобы они начали сдаваться эти карты. Esses são os nossos cartões da Telpop. Telpop это наша сим-карта. Onde vamos ter dois números num cartão só. На одной карте имеем два номера, национальный и интернациональный. Enfim, o nosso cartão internacional, vamos ter roaming. Em mais de 160 países, a custo zero. Roaming, mais de 170 стран. Roaming, nossa internacional carta, custa 0. Rússia, Angola, África, Europa. África, da Europa, da Latina América. Aqui também está os nossos telemóveis. Finalmente conseguimos falar, não precisamos de temos os nossos telemóveis, mas já estão desatualizados, estão a ver outros. Это пример, это пример, который у него был на старой презентации. Есть очень много телефонов и там различная шкала телефонов. Различная. Индустрия Бразил. Индустрия Бразил, все прочитали. Производится в Бразилии, да. Пробегай телефоны все. Ficamos por aqui na nossa apresentação. O Francisco só vai dar a última palavra para vos explicar. Esta apresentação oficial, a que nós já temos na russa. Agora, as concluídas palavras que o Francisco vai dar. Só uma palavrinha. Light? Luz. Yes. Baixa, luz? Sim. Oh, dia, para terminar, dar uma palavrinha lá para a Rússia. Закончить, я хотел бы сказать пару слов для России. И про тот же кит. Ну и само собой, мы Россия тоже. Só uma pergunta. Quem tem menos de 35 anos aqui? Eu. Один вопрос. Кто имеет здесь меньше 35 лет возраст? Não. Zero. Ok. Todos. Todos. Все. Espírito, todos temos. Да. Quer dizer que os jovens são irreverentes e querem mudar o mundo. Мы знаем, что такое молодежь, революционеры, хотят изменить мир. А não tem a maturidade e a experiência da vida que as outras pessoas já têm. Но они имеют практики и разрешения жизни, практики опыта, да, и то, что имеет уже более старшее поколение. И mesmo com a experiência que temos na nossa vida, и прежде чем у нас что-то происходит в нашей жизни, por vezes ainda caímos porque confiamos em alguém. Мы иногда получаем негативный опыт, какой падает, да, где-то как-то в дыру, доверяя кому-то. Я хочу вам сказать некоторые вещи. Nós somos como as árvores. Мы как деревья. Que florescem, dão fruto bom
когда имеем зеленые кроны, вкусные фрукты. Mas também perdem as folhas. Но тем не менее листья опадают. Por vezes olhamos para as árvores que estão ali e parece que não há ali vida. Иногда смотрим на дерево, которое без листьев уже мертвое, не живое. Mas as árvores vão se renovando todos os anos. Renovam-se. Листья на дереве каждый год возобновляются. E as árvores estão naquele sítio. И всегда дерево находится в одном месте. Produz uma sombra muito boa. Всегда дает тень, когда зеленые ветви дает тень большому количеству территории большой. O que é que eu quero dizer com isto? Что я хочу тебе сказать? На Руси também há árvores. В России тоже есть деревья. Yes. Imaginem que nós somos como uma árvore. А теперь представьте, что каждый из нас это дерево. Também temos uma missão. Дерево тоже имеет свою миссию. E por vezes as coisas não correm muito bem para a árvore. И иногда природные условия не всегда благополучны для дерева, благоприятны для дерева. É neve. Да. Бывает снег. É um atrovoado, uma tempestade. Да, или какой-нибудь ураган. É um fogo. Либо огонь сжигает все. Mas a árvore tem capacidade de regenerar sempre. Но дерево имеет возможность возобновлять свою жизнь. E eu perguntava aqui quantas pessoas têm menos de 35 anos. Ninguém tem aqui. Почему я спросил, кто имеет менее 35 лет? Никого здесь нет. Quem faz marketing multinível? Кто работает в сетевом маркетинге? Tem os seus sonhos. Имеет свои мечты. Tem os seus objetivos. Имеет свои намерения. E eu acredito que estamos na empresa certa, na ID Identification. И поверьте, мы доверяем компании очень серьезно. E mesmo que tenhamos mais de 35 anos, и учитывая, что все мы уже имеем более 35 лет возраст, não se preocupe. Не волнуйтесь. Porque mesmo as árvores mais velhas, потому что более старые деревья dão frutos muito doces. Дают плоды более сладкие. Estamos juntos para marcar a diferença. Вместе, um grande abraço para a Rússia. Вместе мы здесь собрались, чтобы отметить изменения будущего нашего вместе с Россией. Положительного изменения вместе с Россией. Fica a nossa promessa que brevemente vamos à Rússia. Ah, é teu обещание, что в скором времени едем в Россию. Ok? Precisamos. Sim. Precisamos. Благодарю их двоих. Почему? Благодарю. Потому что длительный перерыв прервали конференции по многим объективным причинам. Они не прерывали конференции. Встречи, 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 персональные в отелях всегда. Именно поэтому у них есть больше спокойствия. Да, объективная реальность, потому что мы далеко. Нет подтверждающих фактов. Благодарю всех, кто доехал сюда. Потому что нет, когда человек говорит, это ни о чем. Когда приехали, сами все увидели, кто доехал, все знает. А их много здесь. Они друг другу дают силу. Так вот, мы сейчас тоже вместе сила. Эудинские, вот все же сэмпры прокинут, все же там как, вот все же лимита нас, пранош, лимита сауке, но же там уж фора, и сом, не капсок, он умовала, умовош, бла-бла-бла-бла-бла, но сигнифика. И прокин, я вам благодарю, агрдеси, то душке, шигаро, паравер, конфирмар и оля, кому травальна Европа, ке Европа, ума, от разды отра, форса, жунту, что муж, мать, вот, шпурисо, не надо, поэтому есть вместе, не сильнее, да. Да. Juntos somos mais fortes. Todos juntos? Juntos somos mais fortes!